Вот такой дождик в Самаре. А вот так работают сливы на доме. И вся вода течет мимо. И это после капитального ремонта. Вся стена мокрая. Можно мыться под душем прямо на улице. Ай, надо открывать. Вот это ливень. У меня вообще просто, да, вообще. Вон. Водищи. Ничего не предвещало. Иди в комнату, брызгает, иди.